Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя-легенды. Забираем свои ежедневные награды. Так, 23 монетки, 90 долларов, отлично. Кстати, я хотел, по-моему, за 500 долларов купить себе 100 телепортов. Да. Берем. Следующее, что мы с тобой делаем, ну, соответственно, переходим на задание. Откройте колоду, сразимся, наверное, с тобой в начале в серии испытаний. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, мы лучше сделаем вот так вот. Через Армагушу сыграем. Сегодня, ребята, у нас какой? Второй день. Ну, для вас уже будет третий, потому что сегодня, сейчас, в данный момент, 9 часов вечера. Я выложу и лягу баньки. То есть, серия выйдет только завтра, наверное, с утра. Если успеет, как говорится, подготовиться, прорендериться. В чем я немножко сомневаюсь, потому что там слишком много, ребята, что рендерится. Очередная серия по «Жизнь после» готовится. И также «Infamous», «Второй сын», тоже готовится серия. Так, ну что, здесь мы с тобой сделаем вертушку. Так, замечательно. Укусик Хану и ударчик Бибопчику. Ну что, ребята, тут все прекрасно. Забираем с тобой награды. И сейчас, да, мы с тобой начинаем же искать, прокачивать скиллы нашему Супер Шреддеру. Так что давай приступать дальше. Супер Шреддер. По-моему, остальные у нас прокачаны. Хотя, а Джастину я точно все прокачал. Давай посмотрим. Да, у Джастина все, ребята, великолепно. Так, у Зека, у Рокзара. А у Рокзара тоже прекрасно все, да, ребята? У Криса Брэдфорда че? Ну все, ребят, по красоте. Смотри, вот Сплинтер единственное, да? Вообще Сплинтер у нас не прокачан. Тигриный коготь, даже Змейка Вьюн, все у него хорошо. Карайку я пока не хочу, Тимати тоже. Змею Карай тем более, ребята. Не стоит пока даже обращать на нее внимание. Вот, вот это другое дело. Ну что, вот этот удар нужно обязательно прокачивать ему. Ну тут, блин, столько элементов нужно. Слушай, может быть вот это вот проще нам. Давай-ка найдем с тобой 8 этих палочек. Раз. Два. Палочки для еды. Три. Так, еще пятерочку, да? Еще 5 палочек. Еще 4. Еще 3. Угу. Давай, давай, давай. Так. Получается, по-моему, 2, да? И последнюю. Ну, давай ты последнюю мне палочку. Все, друзья мои. Так, если я не ошибся. А я ошибся. Нет, все, все, отлично, друзья мои. Делаем улучшение. И вот этот основной удар, да, направленная ярость у нас прокачан с тобой до 6 ступени. То есть дальше мы с тобой идем, ну, как говорится, этот, этот, этот. Ну, потом вот, конечно же, будем прокачивать суперудар ему. Так, забираем здесь. Ну, тут откроем, давай, колоду, так уж и быть. Кто это у нас там, я не могу узнать. А, Мондагека. Мондагека мне выпал. И забираем все награды. Поднять уровень персонажа. Ну давай, у меня не очень много мутагена, если честно. 3000 всего лишь. И хватит мне лишь только... Ну давай Рафаэля, фиг с ним. Рафаэль Космос, ребята, прокачивается до 46 уровня. И забираем здесь все, что осталось. Так, друзья мои, ну тут мутаген, так, турнирная арена. Сегодня, не знаю, пойдем, наверное, испытание пройдем, да? Только не это, а мания майки. Нам нужен вот этот Микеланджело и космос. Опять же, все зависит от того, каких нам дадут персонажей там драться. Ну, а начинаем опять же с турнирной арены. Как ты видишь, я в данный момент в Лиге Самураев, ранг 20-й, меня скинули. Очень серьезно сбросили. И, грубо говоря, мы с тобой сейчас начнем практически с самого начала. Я беру Леонарда и иду в самый хвост. В самый хвост, потому что, ребята, будем отыгрывать вот этих всех персонажей. И если мы с тобой будем тратить буквально один откат вместе со слабенькими, то нам хватит с тобой вернуться на то же самое место, откуда нас сбросили. А были мы с тобой в Лиге Мастеров, если не ошибаюсь, 3 звезды все-таки, да? Да, 3 звезды, и позиция, по-моему, была... 40-я. Точно не помню.
Ну, вернуться попытаться можно, ребята. Хотя ты видишь, да, как тяжело идет все у нас. Это самураи только лишь. Потом будут сёгуны. А потом будут Лига Мастеров. Так, подожди, дайте-ка мне, пожалуйста, 15-19. Было, было, друзья. Во, отлично. Это у нас Шуми. Ранг, я вижу здесь 50-й. 50-й уровень противников. Так что будем до сих пор играть одним Леонардо. Когда планочка перепрыгнет до 61-65, там, друзья мои, естественно, уже Леонардо соло справляться не будет. Точнее, он будет справляться один, но он не сможет защитить наших слабых персонажей. И для этого будет подключаться Усаги. Но нам нужно будет еще тогда с тобой 10 откатов получить за просмотр рекламы. Если мы хотим с тобой, ну, действительно пробиться куда-то в дельный, так сказать, ранг. Так, ну что, 79-я позиция и 15-19. Ну, тут Джудах Девон. Я думаю, что можно и его взять. Многие скажут, а зачем ты берешь одного Леонардо, если у тебя есть, например, другие там персонажи, да? Змейка Вьюн, Железноголовый. Ребята, я вам скажу честно, они не вытягивают в соло. Не Джастин. Только лишь может Армагоша вытянуть в соло команду нашу. Слушай, по-моему, все. И Железноголовый, ну, именно на данный момент. Но видишь, в чем дело, что инициативы может не хватить, и они не будут ходить первыми. Можно сделать небольшую ставку на Бакстера Стокмана еще. Но опять же, это риск. Опять же, это, ребята, риск. Нафиг нам эти риски нужны. Поэтому я, как бы, чтобы у нас был 100% гарант, а гарант у нас 100% именно выступает Леонардо, ну еще Усаги. Без риска просто мы с тобой быстренько-быстренько возвращаемся к тому самому месту, откуда нас с тобой сбросили. Вот и все. Нам нужно что? Нам с тобой... Если морозильная кошка у нас разыгрывается на этой неделе, это не говорит о том, что мы должны с тобой пропускать арену. Арена нужна нам не только для фарма ДНК, но и для того, чтобы осколки получать. Осколки платиновые нам больше всего нужны. Понимаешь, да? Я обещал, что в конце месяца этого мы с тобой Супер Шреддера переведем в платиновый ранг. И будем стремиться к этому делу. Вот и все. А там уже будем определяться, может быть, там подоспеет и Крэнк. Крэнга я тоже хочу перевести в платиновый ранг. Так, подожди-ка, что-то я здесь не то делаю. Стоп, подожди-ка, что-то я тут заметрешился. Почему я Леонардо не взял? Странно как-то вышло. Вот так вот, ребята, иной раз бываешь, заговариваешься, да? Увлекаешься разговором, своей мыслью и... пропускаешь важный момент. Сейчас бы взял бы кого-нибудь, да? Начал бы бой, и эти все ребята полегли. Ох, слушай, здесь может быть... Хорошо, что он стал атаковать Лео. Если бы... Тихо, родные мои. Если бы он, например, начал бы бомбить Пиццелицу, ну, убить-то, наверное, не убил, но, скорее всего, очень сильно покалечил бы. Может быть, даже кусочек от него оторвал. Ты понимаешь, да? Ну что, Сёгун, две звезды, ребята, будет у нас после этого боя. После вот этого, это как бы у нас переходящий выйдет. И я хочу как можно больше отыграть слабых персонажей. Ну, как бы успеть урвать свой лакомый кусок. Я думаю, ты меня в этом плане поддержишь. И, кстати, очень приятно слышать в комментариях, когда вы, ребята, говорите, что я учусь на твоей игре. Правильно делайте, что учитесь. Не делайте те самые ошибки, которые когда-то допускал я. Если ты сравнишь, как я сейчас играю, да, и самые первые видосики, когда, ну, видно, где нубас, действительно, нубло, который ни шиша вообще не понимает, что, как, к чему и почему, учится на своих ошибках, и сейчас какой уровень. Я даже сам знаю. Я уже, можно сказать, предсказываю наугад, как говорится, со стопроцентной предсказанием, что, где и как будет. Но опять же, бывает, ребята, так заносит, что моя самоуверенность меня же и подводит. Да, фейлимся. Но в этом не моя вина. В этом вина моих персонажей. Потому что не все персонажи прокачаны. А я как бы делаю расчет именно из фуловой прокачки, понимаешь? То есть, если я уверен, что Леонардо вот так вот все делает, то все. Если, друзья мои, я кого-то оскорбляю, да, я имею в виду из своих персонажей. Типа, вот, слабый там или еще что-нибудь. Ребята, это не означает то, что я его терпеть не могу, да? И что он действительно такой. Он слабый
на данный момент на своем уровне именно прокачки. Любой персонаж, которого если прокачать по фулке, он где-нибудь да пригодится, где-нибудь да он скажет свое веское слово, да, стукнет кулаком по столу, и я просто сяду на задницу и подумаю: нифига, Рэй, вот здесь ты был неправ. Ну, а пока они слабые, конечно, они меня будут подводить. Ну, ты понимаешь, нервишки, как говорится, шалят. И пар выпускаешь именно крича и ругаясь на своих вот этих вот, как говорится, беспомощных персонажах. Но опять же, не со зла все это делается. Хотя вот Зеку я до сих пор не могу простить тот момент, когда он так тупо сфейлил. Смотрите, что здесь, ребят, происходит. Опять риски очень сильные. Ну-ка. Воу-воу-воу-воу-воу. Слушай, Рокстеди, я надеюсь, ты тут не будешь баловать. Давай, Чомпи. Фу ты нафиг. Вот, друзья мои, вот так вот можно сфейлиться. Видишь, Леонардо не потянул своей вертушкой всю команду вражку. Он не уложил. И мы бы сейчас тут с тобой расклеились бы. Ох, риски, риски. Вот так вот. Даже будучи уже, как говорится, подкованным, да, все равно бывают такие моменты. Хотя уровень 54-55, я не знаю, почему так вышло. Почему Леонардо не прижучил их всех? Странно, очень странно. А нас при этом при всем чуть не разобрали. А может быть, я заговорился и опять что-то пропустил, а? Может быть, я не сделал? Нет, я сделал вертушку. Ну вот, тут, ребят, все превосходно так ушатаешь. Отлично. Нет, нет, нет. Рафаэль, не надо так, пожалуйста. Буяли. А ведь мог сделать массовую атаку с возможностью повесить на всех постепенный урон. То есть этот ожог, да? Да, он называется ожог, по-моему. Но он не стал делать. Ну, а мы в свою очередь, я думаю, еще бой другой и перейдем уже в Лигу Сёгунов 3 звезды. А там уже будет и мастером попахивать. А мастер, как я уже раньше говорил, это отправная точка во всей нашей вот этой вот арене. То есть я когда нахожусь в мастере, это уже 100% говорит о том, что мы здесь задержимся и в топчике мы обязательно будем на этой неделе. Многие спрашивают: Рэй, почему ты чаще всего играешь в черепашки? Ребят, ну потому что тут надо постоянно, знаешь, как вот есть игры, в которых постоянно нужно находиться. Это у нас черепашки ниндзя, это у нас драконы, всадники Олуха. Многие просят, чтобы я еще в придачу к этим играм взял парк юрского периода. Это от этих же разработчиков. У меня есть, ребята, мыслишка такая, но меня просто, знаешь, что будет раздражать? У меня очень много игр, которые я должен играть. Пускай даже не так часто, как черепашки, но все-таки они есть. Плюс у меня есть второй канал, да, на котором я играю компьютерные игры или консольные игры. И как бы, если я сюда в придачу возьму еще пару игр, у меня не будет оставаться времени. А если не будет оставаться времени, соответственно, вы будете спрашивать: Рэй, а куда делась та-то игра или другая, почему ты в нее не играешь? И мне опять придется вам объяснять, что нету времени. Так, тихо, 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 Рокстеди, успокойся. Что нету времени у меня, да, не хватает. И вот я зря так делаю, сейчас доиграюсь. Все, проверим. Вот, и вам придется очень-очень долго ждать времени, когда, например, дойдет очередь до определенной игры. У меня на самом деле куплен еще призрак Цусимы. Это на плойку. У меня Call of Duty Холодная война взята, которую тоже нужно будет проходить. И есть люди, которые ждут именно прохождения по этой игре. Поэтому как бы пока не решаюсь взять еще в довесок какие-то дополнительные игры. Жаль, что эти игры не имеют, так сказать, своего завершающего конца. То есть есть игры, да, с концовкой. То есть ты прошел, концовочку посмотрел и все, и ты довольный. Больше, как говорится, тихо. Тут нужно уже усаги брать. И ты, как говорится, со спокойной душой переходишь к следующей игре. Это касается игр на консолях, на компьютере, на именно мобильных устройствах, да, на андроидах. Здесь игры в основном вот такие, где надо постоянно присутствовать, что-то фармить, что-то делать. Одним словом, если бы это была бы не взломка или еще что-нибудь, это насос для выкачивания денег. Причем самый простой насос. Ты смотри, вот я в данный момент потратил 2 года на эту игру.
И ты видишь результаты, которые у меня сейчас есть. Если бы я, например, бы донатил, у меня бы были бы результаты получше. Ну, есть еще и другой способ — скачать взломку. Но тогда ты... Или ты, или я бы этой игры не понял бы. Я бы не понял ценность определенных, так сказать, персонажей. У меня бы все были бы прокачаны, вкачаны, я бы начал бы драться, и что? И все. Я бы сделал для себя вывод, сделал бы себе команду из одной имбы, да, там, например, Супер Шреддер, Крэнк, Усаги, Леонардо, еще там кого-нибудь. И все, и всех бы рвал. И на испытаниях, и везде, где только можно было бы. Смысл от этого, он теряется абсолютно, ребят. Или ты не играй в эту игру вообще. Или если ты взялся играть, то, ну, честно, по крайней мере, нет. Ты можешь, конечно, подписаться в Додзе, он тебе особо сильных преимуществ не дает, поверь мне. Но на начальной стадии, на начальной порах, он тебе очень сильно поможет. Вот мне подписчик один, когда я начал играть, сказал: Рэй, давай я тебе проплачу месяц вот этой вот, ну, Додзе. Не сказал, ну, как бы, нет смысла, я так дойду. Типа, это безвозмездно, ну, типа, ты мне ничего не будешь обязан. Я говорю: ну, ладно, хорошо. Он мне, ребята, переводит деньги, я оплачиваю месяц Додзе, и... Ну, я бы не сказал, что я там сильно рванул. Прям убежал, офигеть как. Дополнительная пицца, да, была, дополнительная что-то, энергия, по-моему, выпадала. Дополнительные осколки, насколько я помню, там на Кунаичи можно было. Так, тихо-тихо. Слушай, подожди, я ничего тут не путаю? Я, по-моему, не взял Усаги. Ёпарасоте. Оу, ребята, вот заговорился. Короче, одним словом. Блин. Одним словом, особого преимущества нету. Так, ушатаешь ты? Блин, я думал, что Лео все-таки сможет забомбить. Вот, ребята, заговорился, блин, и прозевал. Усаги не взял в команду. Жесть какая-то. Так что делай дальше сам выводы. Либо взломка, либо своим трудом. Но ты здесь должен будешь, грубо говоря, жить в этой игре. Ну, мне приходится, потому что я показываю ее вам. Джамид. Ну, давай возьмем Джамид. Как я прозевал насчет Усаги? Я что-то, ребята, не понял. Заговорился, и все, и на тебе. Сфейлился. Сфейлил чисто один бой. Причем можно было бы его выиграть, если бы Леонардо, оригинал, был бы прокачан хотя бы чуть-чуть. А он же вообще нубас. Понимаешь? И опять же, это не его вина. Не его. Это моя вина, потому что он не прокачанный. Вот Армагон, Леонардо, Усаги. Вот это топы. Топы в моей игре. Причем Армагон, он не прокачан до 100 уровня. Он всего лишь 90-й. И он выжигает «Будь здоров». Я боюсь представить, что он на соточке будет делать. Наверное, влуплять похлеще Лео. Вот чувствую, что он будет похлеще Леонардо отжигать. Ну что, тут нам с тобой придется, наверное, сделать... Ну, как-то вот таким вот образом. Не хочу тратить просто много откатов. И в то же время не хочу, чтобы кто-то у меня упал. Нам нужно просто с тобой забраться в Лигу Мастеров. Так, ну-ка. Видишь, хандрит. Давай, Донни. Вот так вот. Прекрасненько. Ну что ж, двигаемся с тобой далее. Посмотрим, что у нас тут с тобой выходит. О, да. Друзья мои, Лига Мастеров. Ну что, будем пытаться, наверное, с тобой пробиться в Лигу Мастеров 2 звезды. Потому что, друзья мои, завтра я уйду на работу, как я уже говорил. И не будет такой возможности поиграть. Так что, либо сегодня мы с тобой делаем по максималке, либо уже через 2 дня, когда у меня наступит короткий выходной. Так что отрываемся пока. Нет, ну можно еще, я говорил тебе, посмотреть рекламку, получить 10 откатов. А 10 откатов при даже лучшем раскладе, это, ребята, 5 боев. Гарантированных 5 боев. 5 даже не боев, а побед. Но... Какая позиция? 78-я.
Один последний, ребята, откат. Последний откат. Берем с тобой Ваньку. Он уже тут мельтешит, я не знаю сколько, ребята. Сколько я вот дрынкаю, он все у меня мельтешит перед глазами, этот Ваня. Поэтому я его и взял. Раз, да. А, погоди, у меня все, да? Давай, наверное, мы с тобой сделаем вот так. Так, Леонардо, Крис Брэдфорд и Майки. Ну, в принципе, нормально, должны здесь с тобой справиться. Причем у Микеланджело есть, конечно же, способность на уклонение, которая нам очень сильно здесь поможет. Ну-ка. Слушай, шикарно сделал. Ну что, Шреддер, не упади в моих глазах. И он не упал. Видишь, как прикольно он все сделал. Смачно, ребята. Супер удар, конечно же, нам помог. Ну, а мы с тобой продвигаемся, естественно, дальше. И, надеюсь, все-таки мы перейдем с тобой в мастер. Две звезды. 60-й ранг. Так, ребята, у нас кончились откаты, поэтому сделаем некую паузу. Пауза будет заключаться пока в том, что мне нужно взять 10 откатов. А это надо смотреть рекламу. Так, ну что, друзья мои, вот они, 10 наших откатов за просмотр. Возвращаемся с вами на турнирную арену. Так, 62 ранг. Нам нужно с тобой, ну, как минимум 6 боев сделать. А у нас на пятерочку тянет. А знаешь, что я тебе скажу? У нас ничего не выйдет. Ты спросишь, почему, а я тебе отвечу. А я тебе отвечу, потому что у меня не хватит героев. Вот что. Элементарно не хватит героев, чтобы мы с тобой смогли перейти. Хотя, если мы с тобой как-нибудь типа буста у нас прокатит. Ну, ты сам видел, мы продвигаемся очень медленно. 10-15 ступенек вперед мы проходим. Так, тихо. Давай, Лео. Сейчас посмотрим, у нас с тобой 76-я позиция, да, была? И куда же мы с тобой, например, перелетим? Если будет где-то 55-я, 45-я, то это круто. А, у нас 62-я. Слушай, ну 45-я. Давай будем надеяться на то, что все-таки мы сможем перешагнуть барьер. Именно мастер 2 звезды. Хотя так тяжело, ребята, так тяжело. Персонажей больше нету. Два отката, раз, два, три. То есть вот этот бой и следующий будет у нас последним. Чуть-чуть не хватит. Чуть-чуть не хватит. Ну, в принципе, ребята, что мы могли с вами, то сделали. От нас тут больше ничего не зависит. Если бы я не покупал бы сегодня те самые телепорты, 100 штук, конечно же, я мог бы взять на них, на эти $500, аж 20 откатов. 20. Поверь мне, это стоящее. Но тогда я не смог бы выполнять задание. Я бы не смог выполнять задание, потому что для выполнения заданий определенных нужны именно телепорты. Как вы понимаешь, замкнутый круг у нас с тобой здесь выходит. Ну что, я возьму, наверное, Ярослава. И отыгрываем с тобой последних наших бойцов. Этим бойцам никто не страшен, ничего не страшно им. Вот эти вот охламоны, которые будут против нас сейчас драться, нам на них по барабану, вот поверь мне. Распетрушим, даже имени не спросим. Понимаешь? Все. Попали ребята на каркалыгу, так что все, шутки, как говорится, в сторону. Давай, Лео, делай кровавую жирную точку в этом мясе. Видишь, там какие-то вон жуки аж бедные побежали, испугались. Все, и мы с тобой идем уже, соответственно, на испытание. А местечко у нас с тобой будет, оп, 6-е. Буквально чуть-чуть не хватило. Грамульку. Так, давай посмотрим, что у нас тут в предметах. Я здесь ничего приобрести не могу, соответственно, здесь тоже. И за жетоны, конечно же, тоже. Но мы скоро с тобой проапаем Микеланджело Космос. Остается там всего 6 ДНК. Ну что, друзья мои, переходим в испытание. Это у нас мания Майки. И давай смотреть, кто нам здесь будет доступен. Раз, два, три, четыре. Думаю, что Мондагека брать вообще не стоит. От него здесь толку ноль. Ну, первые там 3-4 боя. А дальше все. Слушай, и самое интересное, мы сможем пройти это испытание полностью или нет?
В самом конце, по идее, нас должен ждать кто? Микеланджело Космос, который мне нужен. А если мы его не получим, то получим только лишь одного Микеланджело, который у нас видение. Ну, ладно, фиг с ним. Одно ДНК тоже ДНК, поэтому пренебрегать, я думаю, им не стоит. Так, ну что, победа за нами здесь, понятное дело. Первый, второй, третий, четвертый эпизод будет проходиться просто на ура. И самое главное, что эти все черепашки мне не нужны. Мондагека можно было бы взять только ради того, чтобы он как можно быстрее бомбил врагов. Вот что. Ну да ладно. Тут не так уж, как говорится, и долго осталось подождать нам с тобой. Тут вторая волна, там третья. Блин, ты посмотри. Ты видел только что здесь вот эти вот тараканы бежали? А почему здесь везде эти тараканы? Вон они, ребят. А, так мы с тобой в канализации, да, где-то? Правильно, правильно. Там должны быть эти тараканы. Потому что в канализации это грязное место. Я не знаю, почему именно черепашки стали жить в канализации. Почему не на чердаке? Тоже нелепо, да? На чердаке жить черепашкам. Оно было бы прикольно. Черепашки, которые живут на чердаке. Да. А тут даже, я тебе скажу, не канализация, ребята. Это подземка, метро. Потому что ты видишь, что здесь стоит. Вон. Вагон. Вот так-то. Так что это еще не самое плохое место. Подземка. Так, ладно. Смотри, как все здесь хорошо. Прям идеально. Что у него удар, то трупец, да? Я обожаю, когда так все происходит. Блин, ну Джастин, честно говоря, на меня наводит такую небольшую панику. Я на него смотрю и немножко как бы пугаюсь. Пучеглазый. Оу, Микеланджело видение нам достался, да? А, в принципе, не знаю, ребята. Даже не буду загадывать, сможем ли мы с тобой здесь осилить или нет. Покажет только лишь бой. Мы можем, наверное, пройти с тобой последний элемент, последний эпизод, но нам придется с тобой взять, наверное, фул команду. Даже того же самого Мондагека. Но мне не хотелось бы. И будем проходить уже, наверное, в ручном режиме, потому что мои ребятушки здесь, скорее всего. Мондагека, кого ты там хочешь пробафать, я не пойму. На-ка тебе лучами лазерным из глаз от Джастина. Я просто на него смотрю, мне кажется, что у него эти глаза выпадут из глазниц. Ужас какой-то. А кто-то сказал, что это котик, да? Котик, кальмар и еще кто-то. И рыба, по-моему, да? На них упал мутаген. Или просто кошка ела рыбу, и на нее упал мутаген. И она вот превратилась в такую фигню. Ужасную. Осьминог, все дела, да? Ну что, этот эпизод у нас тоже пройден на ура. Давай смотреть дальше. Эпизод 5. 55-й, как ты видишь, ранг у бойцов. Опять же, ребят, здесь ставлю автобой, потому что, ну, без каких-либо проблем всех тут разнесем. Значит, следующий поединок должен быть с 60-ми рангами, да? То есть, опять же, не должно быть проблем особых. А последний, получается, будет с нами на равных, 80-го. Ну, вот там вот уже будет посерьезнее. И не забывай, что волн будет там уже, по-моему, 5. А здесь 4 в данный момент. Ты видишь, мы уже с тобой 50-ников не можем бомбануть. Не хватает, видишь, мощей. Морозильная кошка хил? Естественно. Естественно, хил. О, кожеголовый взял провокацию в коем-то веке. Причем под броней. Слушай, он себе настакивает броню еще, оказывается. Когда берет провокацию, это что-то новенькое для меня. Ну, видишь, я не могу тебе ничего сказать, потому что кожеголового я не прокачивал в скиллах. Поэтому не буду ничего утверждать здесь. Так. И самое плохое, что в этой команде у нас с тобой нету медика. У нас есть провокатор Рокзар, у нас есть с тобой замедлятор, это Зек. У нас есть с тобой дамагер, это Крис. Он также, кстати, и бафер идет по совместительству. А Джастин, ну он так, не пойми что. Имеет массовых атак две штуки. И все. И обычные удары. То есть он даже не саппорт, он даже не... не провокатор, не защитник. Ну так. Для поднятия, поддержания, точнее, штанов. Ну что, ребята, 6-й эпизод, 65-й ранг у врагов. Слушай, ну я думаю, здесь мы справимся. Я, правда, буду здесь сам разруливать ситуацию. Поехали. Ну-ка,
Шварк. Так, понимаешь, да, мы понизили. Ребята, сразу же броню. Сможешь добить? Красава. Вот что он делает, да? Партизан никчемный. Переходим с тобой дальше. Грибы, ё-моё. Так, Зэк, ты можешь? Блин, ничего ты не можешь. Ты ничего не можешь. Молодец, красавчик, хоть здесь дал ответочку. Ну что, сделаем массовую атаку? Слушай, ну Джастин, хорош, хорош был. Несмотря на то, что, ребят, там была уклоняшка на них, он, тем не менее, троих вынес. И это прекрасный результат. Так, третья волна. Здесь, я думаю, наверное, возьмем провокацию сразу же. Не будем искушать судьбу. Тихо, подожди, и вот так вот сделаем. Ать. Так, понижение меткости, это уже хорошо. Плюс бросаем бомбочку, замедляшка. Сработало, конечно, не очень хорошо. Так, вырубаем вот этого шитика железноголового. Дальше идет шинигами, ну и в конце. О-о-о-о-о, видишь, какой сильный магман. С ним лучше не шутить. И на четвертой волне у нас, конечно же, наши черепашки. Начнем мы с тобой, наверное, вот с этого. Не-не-не-не, вот с этого, конечно. И лучше его блокирнуть. Все, ребята, блокирнули. То есть он не сможет теперь повесить уклонение на своих братков. А мы их будем уже потихонечку с тобой разносить. Упс. На-ка. Так, мутант Белка тут выпендривается. Плохо дело. Но мы выжили. Хилять. Вот что он сделал, ребят, хил. Ну что, давай проверим этот удар. Прекрасный удар, друзья мои, прекрасно пробивает. Минус Белка мутант. На тебе постепенный урон. Окей. Так, он еще отхиливается, да, я смотрю. Все, ушатали. Ну что, ребятушки, давай попробуем все-таки с тобой заработать ДНК на Микеланджело Космос. Но здесь я, скорее всего, наверное, возьму Мондогека. Не хотелось бы, если честно. А может быть, не будем брать Мондогека в команду. 75 уровень. Все, ребята. Сказал А, говори Б. Поехали. Грибы, твою ж налево, со своей супер-пупер вонючей инициативой. Ну все, ребят, ну что это, ну каждый гриб сходит, ну ты посмотри, сколько они мне оставили здоровья, а? Ну как это может быть? Плюс они на себя вешают эту дебильную, блин, эту, как он хотел сказать, инициативу. Не инициатива, а уклонение, конечно же, уклонение, ребят. Вот попробуй теперь их пробить. Ага. Давай бросим бомбочку, что ли, я не знаю, ребят. Окей, добьешь? Фиг там. Начинается опять, а? Че, у них, нифига у них там. Да блин. Молодец, спасибо тебе, Зэк, помогаешь. Так, вырубили. Так, по-моему, грибы мы эти с тобой еще увидим. Эти грибочки мы с тобой еще увидим. На тебе. Давай-ка сделаем, наверное, баф. Так, здесь, ну, попробуем вырубить. Отлично. Так, этого. Эть. Броню не сбили, жалко, конечно. Так, ответочка, молодец. Ответочка, шикарно. Провокацию, да, повесил на себе. На тебе, добей. Молодец. Так, третья волна, ну, здесь мутант тля, короче, здесь, ребят. Мутант тля. Ну-ка. О, прекрасно было. Вот сейчас вот вообще, ребята, изумительно. Джастин великолепно сделал. Ты посмотри, он еще и понизил броню. Надо было это приберечь вот для этих ребятулек. Ну что, замедляшку? Сработало, смотри-ка, сработала замедляшка. Так, здесь надо, блин, ну тут очень много противников, которых надо бомбить в первую очередь. Я попробую с Мондогека начать. Не ушатал. А если сделаем так? Отлично, меткость понизили. Прекрасно, ребята. Плюс броню вешаем дополнительную. Так, хил. Нет, не хил. Это был, ребят, не хил. Ой-ой-ой-ой. Да ну, блин. Паразит ты этакий, а. Ты посмотри, что он сделал, ребята. Вот тебе и магман вшивый, а. Да что ты будешь, Эйприл, не могу завалить. Блин, этот провокацию взял.
Это хиляет. О, разыграли как по нотам. Тут уже, ребят, мне кажется, здесь мы с тобой ничего не сделать не сможем просто. Просто ничего не сделать не сможем. Макман, я просто в шоке. Взял, разбежался и убил. Уничтожил просто мне Криса Брэдфорда. И, по-моему, сейчас все упадут, да? Ну ты смотри, что творит. Упал. Упал, ребята. Я в шоке. Ну, я хотел, ребят, я хотел проверить, я хотел убедиться, и я убедился, что слабаки мы. Что мы с тобой здесь слабаки. Они 75 уровня, мы 80-го. Да, их больше на одного. И тем не менее, они нас вынесли. Один Макман что стоит? Да все они тут хороши, ребят. Но, тем не менее, я попытался. Как бы ко мне никаких придирок не должно быть. Проиграл и проиграл. Ну что, ребята, а на этом будем закругляться, скорее всего, да? Больше нам пока делать с тобой нечего. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.